На дорогах Нарьян-Мара и поселка Искателей появляется все больше велосипедистов. Многие из них знают и соблюдают правила дорожного движения. Но есть и те, кто в силу своего возраста и неопытности разъезжают по дорогам, как им вздумается, подчас рискуя собственной безопасностью. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах, особенно если рядом находятся велосипедисты. В свою очередь, владельцам железных коней тоже необходимо помнить о правилах поведения на проезжей части. Напоминаем, что разрешается выезжать на дорогу общего пользования в возрасте с 14 лет, естественно, со знанием правил дорожного движения. До 14 лет детям разрешается движение строго по тротуарам, пешеходным дорожкам, без выезда на проезжую часть. Также напоминаем, что при подъезде к пешеходному переходу и пересечении пешеходного перехода велосипедист должен спешиться и переходить дорогу пешком. Если велосипедист при движении по тротуару создает помеху и опасность для пешеходов, то в таком случае он должен слезть со своего железного коня и передвигаться пешком. Соблюдение этих простых правил убережет участников дорожного движения от нежелательных последствий.